Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы знаете, меня зовут Олег Алав Гудвин. Я великий популяризатор массажных технологий и других телесных практик на всем русскоязычном пространстве интернета. То есть по всему земному шару получается, да? И сегодня я хочу вам представить великолепного специалиста, мастера по всем, наверное, видам обертывания и работы с телом. По коррекции фигуры. По коррекции фигуры. Да, это Андрей Стренев! Привет, привет! Очень рад тебя видеть. И мы вас пригласили именно для того, чтобы рассказать вам некоторые секреты, которые будут в этом мини-курсе. В нем будет несколько уроков конкретных, подробных, да? Да. Но сейчас мы поясним, для кого это нужно. Ну, кому? Как бы такой курс для начинающих массажистов, для уже давно работающих массажистов, кто хочет заняться обертыванием, кто хочет вот, как бы по коррекции фигуры работать. Потому что на сегодняшний день очень много фирм, которые как бы продают всякие обертывания, крема для обертывания, мази для обертывания. Мы как бы пытаемся это купить, на этом заработать деньги, но на самом деле мы не знаем, что мы делаем. Мы просто делаем как бы бутерброд, да, взяли, купили, как масло намазали на хлеб, а результат не знаю есть, не знаю нет. Клиент ушел, другому клиенту сказал, к нему не ходи, он только деньги собирает, особенно вот в небольших городах, как я вот в Оренбурге живу. Ну, как бы вроде областной город, но небольшой. Слухи быстро расходятся, и вы ничего нормально не заработаете. Вот этот курс рассчитан на то, что мы как бы будем объяснять, что на самом деле стоит покупать, что не стоит покупать. Очень много сейчас фирм, много дилеров всяких как бы представляет продукты всякие для обертывания. Другие фирмы представляют. Что есть более дорогие, эффективно, да, да? Да, есть более... дорогие, дешевые фирмы. Бывает так, что можно купить что-то у дешевой фирмы, сопоставить немножко подороже у фирмы и получить эффект, как у самой дорогой фирмы по обертыванию. Потому что вот вы начинаете этим заниматься, многие даже мастера уже лет по 10 там в массаже, делают антицеллюлитный массаж. Но мы все знаем то, что антицеллюлитный массаж без обертывания, ну как бы это вот эффект маленький такой. Чтобы улучшить эффект, чтобы клиента удержать, чтобы клиенты к вам шли, надо правильно выполнять технику обертывания. Правильно это все сделать, чтобы человек получил не только, чтобы с него, как у нас принято говорить, растопили его жир, да? Вот. Но вы еще и подтянули кожу, улучшили структуру кожи, остановили старение кожи. Чтобы вот это все сопоставить, а не так, что клиент пришел, вы согнали с него воду, и наружу у нас на бедрах оказался чисто апельсиновый слой, корка апельсиновой корки жировой. О, боже, потому что, вообще... Да, потому что обычно женщины ходят, у нас любой целлюлит, любой лишний вес локально выложен, выражен в основном как бы отечностью. Скрыт немножечко, скажем так, под водичкой. А когда вы просто, есть привычка замотать пленкой, отпустить клиента, как бы вода вышла, и потом сухой целлюлит выходит наружу, неровности рельефа кожи проявляются. Клиент скажет, что вы со мной сделали? Вроде ровные, но у меня бедра были, а теперь вот такие апельсиновые корки. Да, отвратительно, да. Делать. И вы думаете, что же я сделал? Я же вроде купил, я вроде перца насыпал, я вроде намазал. Вот чтобы не было таких нюансов, чтобы клиент от вас не отвернулся, чтобы вы правильно выполняли все. Потому что на самом деле обертывание выполнять, это не просто намазать, не просто завернуть в одеяло. Это надо знать, все что делать. В мелочах, да. В нюансах, профессионализме. Да, и профессионализм, да, он приходит как бы с годами, можно сказать. Вот. И вы как бы должны с клиентом общаться, вы должны понимать, что происходит, как происходит. Понимаете, у нас, когда вот я веду занятия, и когда я спрашиваю массажистов, вы разговариваете с клиентом во время обертывания? Они говорят, да, я говорю, а что? Они говорят, ну там, что купить, что продать. Анекдоты рассказывают. Да, анекдоты там, как дети. Никто не говорит о том, о работе, то есть о моменте обертывания, что человек чувствует, что происходит, для чего, почему. Вот эти все нюансы, секреты мы откроем, чтобы вы зарабатывали. Мы скажем, что можно по минимуму купить, а по максимуму получить. Вы все хотите заработать, хотите по минимуму потратить денег, по максимуму получить. Мы этому тоже поможем и обучим. То есть получается, давай вот резюмируем. Вы приобретете с помощью этого курса, да, от Андрея Стренева, во-первых, повышение лояльности клиентов к вам, да, как к профессионалу. Быстро новых вырастите клиентов. И новых, да, приобретете новых клиентов.
как ты говоришь, сарафанное радио тут работает это лучше всего. Просто на ура, да. Вам не надо будет тратиться на рекламу, это как бы второй плюс. И одно дело, третий, когда плюс, читают у вас где-нибудь в Инстаграме и думают, эти не те. А другое дело, когда одна подруга говорит другой подруге, да. И к вам уже пойдут 100%, потому что про вас сказали, а не про вас прочитали. Вот, да, это третий плюс получается, да. Четвертый плюс. Я так понял с твоих слов, что человек вырастет профессионально гораздо быстрее, чем пойдет куда-нибудь там еще обучаться, да? Это еще надо куда-то пойти, понять, куда да, пойти, зачем что-то. Пойти. Потому что сейчас много обучений происходит у нас просто как бы представителей каких-то фирм торговых. То есть у него проблема в том, то есть у вас не будет проблемы в том, что он представляет какую-то фирму, он продает какую-то косметическую линию, может быть, очень хорошую линию, но он просто представляет эту фирму, он заключил договор, он там просто дилер, он просто перепродает. У него задача продать. У него план каждый месяц закупить на 150 тысяч, это стабильно. У меня тоже хотели, предлагали, где я обучался, сделать таким дилером. Купи на 150 тысяч, и мы тебе дадим разрешение, что ты имеешь право обучать. Вот вы идете к таким специалистам, которые имеют право обучать, он говорит, я вас обучу, я преподаватель, а на самом деле он перепродажник. Ему главное вам втюхать продукцию. Вот я вам объясню, где вам втюхают продукцию, а где вас обучат на самом деле, если вы хотите. А можно просто, я вам объясню все нюансы, и вы без лишнего обучения, без лишнего где-то вот вы будете ездить, искать, кто вас обучит. Вы узнаете все нюансы, как правильно делать любые обертывания, классические, бандажные на сегодняшний день момент, какие бинты брать, как бинтами работать. Это как бы сейчас модно, стильно. Вот эти все секреты, все нюансы мы вам объясним и расскажем. Я уже насчитал еще 5, 6, 7 плюс. Да, то есть вы, ну и, соответственно, экономический плюс мы уже несколько раз сказали. Во-первых, не будете относить деньги за ненужную продукцию, да. За ненужное обучение, да, вот этим продажникам. То есть не получится так, что вы купили, ну, за какую-то сумму, купили вот эти банки, ну, со всякими кремами. И они у вас лежат, не окупаются. А получится так, что вы купили, и пойдете еще покупать, и покупать, и покупать, потому что они будут окупаться, и вы будут востребованы. Чтобы да, не было того, что это у вас... Как они будут окупаться, там тоже мы секреты расскажем. Да, все это расскажем. Это, чтобы не было такого, что вы тратите деньги, все это лежит где-то у вас в холодильнике, вы опять покупаете новые, да. Новые средства какие-то, а они опять не помогают, опять клиенты делают плохой отзыв. Чтобы не было плохих этих отзывов, чтобы вы не покупали, не тратили деньги непонятно на что, вот этот курс. Да, то есть плюс к тому, что вы получите профессионализм, да, вы еще будете экономическую выгоду получать и, ну как это, как некоторый бизнес-план такой, да, получается? Ну да, бизнес-план. Как заработать еще больше с еще большим количеством клиентов. И как мы любим говорить, что у такой профессии, как массажист, да, нету планки по доходам, да? Нету. То есть вы с помощью этого курса еще вырастите по доходам однозначно. Тут как бы сумма дохода резиновая, можно еще и выше подниматься. Так что сами смотрите, сколько плюсов. Вам стоит только разобраться, подписаться, скачать этот курс, да, и, ну, а подробности уже примените, получите свою выгоду. Да, повышайте квалификацию с нами, экономьте с нами, развивайтесь с нами и, соответственно, радуйтесь вместе с нами. Да. До новых встреч, дорогие друзья. С вами был Олег Алавгудвин и Андрей Стренев. Спасибо тебе, Андрей. Пожалуйста.